Лиз, зимние Олимпиады, Нагано, Ванкувер. Ну, после таких музыкальных праздников, уверен, новые спортивные объекты можно смело называть именами звезд. Таких, например, как Лайма Вайкуле. О, это очень скоростная трасса. Лайма Вайкуле. Иногда нам кажется, судьба с нами играет. То было завяжется, то вновь плывем против течения. Тучи опускаются, и солнце исчезает. Суета ручьем, мысли ни о чем, только лишь твое плечо согреет. У меня всегда есть ты, у тебя всегда есть я. Это и есть та самая твоя моя святыня. Ты знаешь, у тебя всегда есть я. Иногда случается, что сам не понимаешь, как так получается, что стоя на краю взлетаешь, снова улыбаешься, все двери открываешь, сердце вновь поет, а душа в раю, это все твое. Люблю, я знаю. У меня всегда есть ты, у тебя всегда есть я. Это и есть та самая твоя моя святыня. Ты знаешь, у тебя всегда есть я. Всегда есть я, это и есть та самая твоя моя святыня. Ты знаешь, у тебя всегда есть я. Спасибо, дорогие мои. Я тоже хочу вас поздравить с замечательным, светлым праздником, тихим, домашним, с праздником Рождества. В прямом эфире Первого канала продолжается.